Беларусь и Казахстан согласовали поставки нашей техники в Астану. Дорожная карта подписана в Гомеле на заседании двусторонней торгово-экономической комиссии. Среди главных векторов взаимодействия остаются логистика, строительство, космическая и энергетическая сферы. Также Минск и Астана прорабатывают проект по созданию белорусско-казахстанского индустриально-технологического парка. Казахстанская делегация посетила Гомсельмаш. Достигнута принципиальная договоренность создать филиал предприятия в Казахстане и дать его продукции эксклюзивные права. Также Беларусь примет участие в крупнейшей выставке «Экспо», которая пройдет в Астане через год. На полигоне Лосвида под Витебском проходят тактические маневры миротворческих отрядов. Военные отрабатывают создание буферных зон, разъединение условных конфликтующих сторон, действия в составе мобильных КПП и тактику сопровождения гуманитарных грузов. Военные маневры – часть программы подготовки к предстоящему масштабному учению «Нерушимое братство». Оно пройдет в Беларуси в августе. Сегодня исполняется 80 лет народной артистке Беларуси Валентине Гаевой. С юбилеем артистку поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил неоценимый вклад художественного руководителя ансамбля «Хорошки» в развитие нашей культуры. Валентине Гаевой и ее артистам рукоплескали практически все континенты. Ее талант создал свой язык хореографии. Яркий пример – программа «Полоцкая тетрадь», где история средневековой Беларуси полностью переведена в танцевальное па.